Не так давно певица Анна Калашникова побывала в Сочи, куда приехала на конкурс «Новая волна». Артистка прекрасно проводила время, посещала мероприятия и вечеринки, а также успела понежиться на пляже. Однако спустя время всплыли фотографии, на которых Анна запечатлена обнаженной. Она нашла укромный уголок, чтобы незаметно переодеть купальник. Тем не менее внимательные журналисты не упустили случая сделать уникальные снимки. Теперь она предупреждает коллег по шоу-бизнесу не допускать подобных ошибок, слепо веря в то, что за ними никто не наблюдает. Поклонники восхищаются фигурой Калашниковой, которая регулярно балует их снимками в купальниках. Преданные фанаты стараются поддержать любимую артистку после того, как на нее обрушилась волна критики. Дело в том, что не так давно она призналась, что потеряла ребенка. Тем не менее недоброжелатели не поверили ее словам. У певицы началась депрессия, из которой ее вытаскивали близкие друзья. Сейчас Анна находит спасение в общении с сыном Даней. Также знаменитость загружает себя работой, чтобы отвлекаться от грустных мыслей. Помимо этого звезда много путешествует и общается с поклонниками, что дает ей силы. Анна Калашникова в голом платье произвела фурор на новой волне.